Вот, в общем, YouTube пользуется релакс-музыкой. Сейчас будем создавать релакс-музыку и загружать на YouTube. Это будет очень интересно. Значит, я пользуюсь программой Fruity Loops. Вот она, это, собственно, программа. Я просто от фонаря сейчас возьму, сделаю какой-то, значит, плагин. Сначала я поставлю, например, Nexus. Там очень хорошие есть звуки. Вот сейчас найду что-то такое наподобие, что-то такое Pets, где плавная мелодия. И вот потом покажу, что как я ее наигрываю на синтезаторе. Вот за минуту я нашел подходящий мне звук. Вот так вот он называется. Создаю, значит, дорожку, на которой я это дело писать буду. Вот на этой дорожке, значит, это у меня будет для трека создано. Вот здесь я буду проигрывать вот это вот. То есть я буду вот здесь набирать аккорд. Вот, например, я аккорд беру, да, вот. И он уже играет сейчас. Вот получилась у меня вот такая вот штука. Через 5 минут получилась вот такая структура. Ну, в общем-то, и все. Это у нас будет тема. Ну а дальше уже эффекты и так далее. Можно создать трек за 15 минут и растянуть его до бесконечности. И он будет повторяться, повторяться. Вот тебе и релакс музыка. Теперь для наглядности берем вот этот трек. И он у нас уже как бы, ну, не совсем готовый, но можно сделать дорожку. Вот одна дорожка, вот другая дорожка. И вот так вот их повторять, повторять и повторять. Вот сейчас я сделаю экспорт этого трека в MP3. Назову его как-нибудь. Не знаю, там так же самое релакс, да, например. И загружу его сюда. Здесь настройки выберу. Стандартные, стерео, 16 бит. Я ничего изменять не буду. Все хорошо. Вот он у меня экспортировался. И теперь можно закрывать, грубо говоря. Ну, я его, конечно, сохраню, чтобы он у меня был, как бы, чтобы я его потом мог сделать. Вот, я его выключил. Вот он наш трек. Релакс. Вот и все. Сейчас я сделаю видеообработку и покажу, как это все работает.